Ромашкам привет, с вами Минори, и сегодня я буду пранковать не только маму в Brookhaven RP, но и всю семейку. Да, маму я все-таки буду больше пранковать, потому что ее пранковать интереснее. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, а также перейдите на мой телеграм-канал, ведь там все интересное. Даже те, кто ждет сериал, там для вас все интересное про сериал будет. Ну все, давайте долго не томить и погнали к видеоролику. Ты сейчас это, я тебя застрелю, понял? Там что-то происходит. Так. Вроде дом был 16-й. Нет, 11-й. Какашка. Пойдемте встречаться. О, там кто-то выстрелил. Спасите меня. Че за негр? А где владелец? Где этого дома? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мама? Здравствуйте, здравствуйте. Вы мама? Да, я мама. А можно, можно вашим ребенком быть? Конечно, можно, просто у нас тут этот у нас не слушается, поэтому я хочу еще одного ребенка. Давайте, как раз хочу девочку послушать. Ага, все хорошо. А кто такой? А кто это такой? А кто это такой? О, спасибо за румейт. Это дед Инсайт, вы не обращайте, это вот этот как его, мой любовник. Ой, муж! Все, это какой-то дед Инсайт, я его смысловки нашла, поэтому не обращайте внимания. А, ну ладно. Это он все равно непослушный, так что я хочу себе дочку, поэтому вы как раз и пригодитесь. А где я буду спать? Сейчас пойдем за мной, сейчас проведу. Ну пойдемте. Что-то дом очень знакомый, да? Так, вот ваша комната. Это что, я буду с этим пацаном спать? Да. Вот, блин, ну ладно. Просто твое место побольше будет, понимаешь, тут все твои две кровати, он просто на полу спит. Это моя комната. Хорошо. А почему вы раздельно спите с этим человеком? Он же ваш муж. Потому что я его с мусорки, понимаете, взяла, поэтому... А, воняет, да? Хорошо. Ну, понятно. Вы меня обижаете. Где этот человек? Я пошла есть готовить. Как вас нашли с мусорки? Что вы там делали? Я там кушал. Что вы кушали на мусорке? Мусор. Меня взяли, чтобы я был твоим отчимом. Ах, ладно, уходим отсюда. Эй, идите кушать, я вам приготовила. Иди чай, иди ты, мелкий засранец. Кушать, иди быстро, ты волосатый, жрать со своей. А у вас что, ребенок ходить не умеет? Ну, по сути, да, он вообще ходить не умеет. Вот, смотрите, он даже грустный, потому что... Короче, он грустный. Сайт пришел, все, садись, жрать тебе, кстати, отдельно. Что это сейчас было? А, ну это его еда фирменная, так что пофиг. Так, все, я пошла, покушайте, потом играйте, детки мои. Угу, хорошо. Все, я поел. Вы, по-моему, у вас насморк был, нет? Вы высморкались. А что у нас нормальная? Конечно, какая-то. Мама, а вы работаете или вы дома сидите всю жизнь? Ну, я работаю, только работаю уборщица, а так и дома сижу, потому что я ленивая, понимаете, да? Откуда у вас деньги? Вот и за своим этим ходячим присматриваю, за этими двоими. Откуда у вас деньги? А, мне это уже секрет. Хорошо. У меня почку украла! Я не ошибался, я слышал. Ты меня без анестезии почку вытаскивала. Что я ж говорила, никому не рассказывать. Ты чё, я знал, что я не проболтается. Пошёл. Всё нормально. Это просто у нас такие дела. Шутки, да? Семья у нас. Ага. Так, что-то надо делать.
Короче, сейчас надо сделать. Сделаем мир темным. Саша сказала, иди нафиг. Все это у нас просто такая семейка. Короче. Вот как оно, да? Капец какой-то. Вот ужас, конечно. Это у нас семейка такая, поэтому просто не обращайте внимания. Хорошо. Это Бобик. А эти лошади, они просто к нам жить пришли. Я вижу, вы... Почему вы мой румейт убрали? Чтобы ты в холодильнике не жрал. Блин, Бобик, убери свою жопу. Дай посмотреть мультфильм. А тут ребенок потерялся, кстати. Сына, кто-то поставил, поэтому ты этот. Посидишь там, подумаешь над поведением, хорошо? Да чё я сделала? Блин. В холодильнике еды не осталось. Там же работает, поэтому не обращайте внимания, он просто тоже с улицы его нашли. Ага. Вот. Ага. Мать, а вы можете прям передо мной встать просто? Ну, просто. Поговорить. Мать. Только какая-то девушка в спортзале 300 кило бегает. Такое. Короче, я рассказываю. Это самое, короче. У вас муж... Ой, муж... У вас этот бомж, знаете, что он делает? Да, такое, что он делает. Сейчас, подождите, я вам расскажу. У меня только здесь подлаги вот чутка. А, короче... Я не могу поставить. Короче... Он вас обвиняет, да? Он вас обвиняет ложно. Автомат, теперь танк. Это все он делает. Я знаю, это он делает. Ну, вроде бы уже ночь, пора бы спать, да? Да, все, погнали. Все, погнали. Пошлите спать, все, это спать. Уже ночь. Да, да. Все, спать. Я вам уже показал, где твоя комната. Да, все, спать. Как тебя зовут, пацан? Я Саша. Ты Саша? Надо устраивать план побега отсюда. Только у меня нету идей. Вот блин, да? Ну, сейчас надо незаметно обокрасть их сейф и еще понаставить им всякой дичи и обвинить в этом всем тебе такое. Да. Ну все, пойдет. Ну у тебя откуда у тебя этот динамит? Я украл. А что-то там черное ходит, страшно очень. Вы что здесь делаете, дяденька? Выходите. А я все слышал. Он на нас... Спать, люди, дышайте, что здесь вообще творится? Он прибежал к нам, орёт на нас, дебил. Сейчас я от этого защищу, потому хорошо, хорошо. Я тебе сейчас надаю, понимаешь, ты где? Да что она до тебя сейчас офигела? Ты сейчас потом побью, побью себе пыл. Ты, блин, бабля-то от брата, высоко отправил. Чё? Это бежать, спать, блядь, это что? Оскорбили всеми словами, которые существуют в этом мире. Забей, это нормально. Хорошо. Все нормально, дети. Ты чокнутый. Он типа призрак, да? Хорошо. Все, мы спать, мы спать. Все, мы спать. Спать ложись. Такой на ночи он просто бывает, понимаете? Ага, ага. Давайте спите. Саша! Давай его пристрелим. Да, давай. Так у меня нету оружия.
Я сейчас украду у мамы. Хорошо. Откуда, у него оружие? Она его купила. А. Что-то у вас мама. Вот, хорошо. Вот, держи. А чё я-то? Ну ладно. Да я два взял. А ну ладно, два так два. Надо только попасть, но мы его навряд ли убьем. Да ты, убегаем отсюда, мать! Он ненормально, он чокнут, он псих. Выкинь его. Он сдох. А вы что бы тут произошло, дети? Я ещё, я стала из-за шума. Что здесь произошло? Так он здесь стоял. Он убил кто-то хочет. Да. Да что вы? Всё. Вы видите его из дома вообще. Отправляешься в подвал уже. Я тебе говорила, то, что если опять будешь шуметь и срать не попало, то... Где? А небо зеленое. Уходим. Так быстрее, пока мама там не видит. Быстрее, сейф. Где сейф? Где динамит? Где динамит? Кидай, давай. Давай, быстрее. Собираем. Сваливай. А ну что там происходит? Сидим, сидим, ложим, типа спим. Типа спим. Я не поняла. Харси. Это что такое? Дети, все, вы сейчас у меня получите, лучше бегите. Мы типа спим. Где засранцы? Где вы? Вы машины? Вы где засранцы? Я поумею. Че-то, по-моему, сейчас нас и так убьет. Все, будете спать. А, вы спите? А? Ну я пошел тогда, наверное, этот опять засранец сделал из танжера, который там ходит хилом. Все хорошо. Полуспешно получилось. Ой. А давай. Я от вас убегаю. Я заберу свои вещи. Съеду от вас. Давай ему вещи сожгем. Давай ему вещи сожгем. А это вообще нормально, что небо зеленое? А, да, это у вас всегда кач такое. Я горю. Так, где ванная? Я горю. Где ванная? Сейчас. О, все. Откуда у тебя огнетушитель, динамит, автомат? Я с вами свожусь, я алименты платить не буду. Так ты ничего не делал. Я алименты платил. Вышел красиво. Мать, он у тебя все деньги забирает. Я уезжаю, вам купец. Африканец. Не станете бомжом. Не надо, нет. Я с тобой не возьмусь. Ты не выполняешь своих должностей, еще меня ругаешь, бьешь и стреляешь. Твои дети пытаются себя покрасить, это не настоящие дети. Ты хоть знаешь, ты хоть была в роддоме, а? Вот вспомни, ты их рожала? Что за драма? Только помню, то, что ко мне девочка пришла. Ну, я не знаю, но мог это ты, типа, покрась меня. Они же маленькие. Нормально просто, что у меня почка забрала. А, это по-твоему нормально, да? Ты со своим мужем развелась. Почему? Потому что он тебе денег не давал. Поэтому ты нашла меня, у меня почку забрала. И теперь еще ты сидишь, мужик, меня пытаешь. Я по-твоему это... Ты почку продала, а ты моих детей пугаешь. Ты что, ночью к ним приходишь, орёшь там? Давай отсюда сбегать. Летаешь, как фея, и ты моих детей обижаешь и пугаешь их. Это не твои дети, дура, они просто какие-то бомжи. На самом деле я твой ребенок, а это твои, а это бомжи какие-то, понимаешь? Быстрее. Мать, я тебя спасаю. Мне уже давным-давно
32 года, а ты мне почку продала и дома пытаешься сидеть. Поняла, все, я съезжаю. Не трогай меня! Не забудь то, что твоя почка у меня осталась. Я ее выкраду у тебя. Все, я уеду. Не выкрадешь, я ее спрятала. Валик, нахуй.